Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в ХКР 2. Десятый день, и забираем с тобой зимние шины на Muscle Car. Вот так вот. Событие это не то. Так, вступил в команду. Привет, здорово. Всем привет. Наверное, так начнем. Результаты. Ребята, посмотрим сейчас. Да, мы выиграли легенду Тим. С большим, кстати, счетом. Воу-воу, крылья на Muscle Car, статус ускоритель. 10 тысяч монет в плюсике, управление в воздухе, ароматизаторы. Опять же, очень много управления в воздухе, ребят, выпадает. Очень много. Так, что я хотел... А, подожди, здесь откроем сундук. И бесплатный у нас еще есть. Бесплатный. Да что ж такое-то, очень много управления в воздухе выпадает. 84 тысячи мы накопили. Значит, что я могу? Я могу вот здесь открыть сундук. Защитная арматура. И вот тут открыть. Сколько же этого управления? Дальше у нас идет день гонок. День гонок. Меняем. Ну, пускай, наверное, будет такой. Чувак. День гонок, да? Что я еще хотел? Прокачка. А что мы взялись прокачивать? Спорткар, да? Вот это вот машина, ребят. Спортивный автомобиль. Да, посмотрим, что он из себя будет в дальнейшем показывать. Ну, а пока... А пока, друзья мои, день гонок. Ну да, 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 да. Если ты не забыл, мы с тобой здесь прокачивали... колеса. Но против вот этого, конечно, ребят, мне, наверное, не справиться. Как его там, Фобастика? Ну, пока не справится. На спорткаре. Именно на подъемах. На подъемах очень сильно проигрываем. Очень сильно. Тут уж ничего не поделаешь. Таков закон. Ну, ты заметил, да? Ну и где они? Супердизель приехал аж самым последним. Несмотря на то, что у него, ребята, ракета, которая дает ему преимущество при... точнее, на старте. А этот вон фомбастикает, летает там. Раздражает меня на плане он, конечно. Но что я могу сделать? Оу! Вот это да. Друзья мои, прямо на финишной прямой я взял и отобрал у него это место. Но у нас скоростной кубок. Мало того, что скоростной кубок, так еще и в зиме. Сам понимаешь. Да. Мы все как один, да? Твою налево. Ну... Кому-то, ребят, помогли крылья, кому-то скорость, а кому-то не помогло нифига. Даже его везение элементарное. Байкер даже не врезался никуда. Muscle Car берет своими крыльями. Пока. Может быть, отнюдь еще и скорость, конечно, здесь влияет, но... Даже не врезался.
а должен был быть удар. Хорошо. Здесь мы взяли вроде бы первое место, но опять же, ребята, расслабляться-то не стоит. Я не люблю вот эти вот гонки, потому что тут очень много прыжков. Да, мне, конечно, не на руку сыграло мое ускорение здесь. Ау! Черт подери. Короче, потерял я преимущество, все. Абсолютно, ребят, растерял его. Ладно, смотрим, какое место у меня. Получается, второе. Ну ладно, пускай второе. Глубоководное погружение. Опять же, ребята, будем ехать на раллийном авто. Да. Так, выскочка. Черт бы тебя побрал, а? Не надо. Да, напряженная гонка здесь получается у нас. Блин, я еще и в трубу не попал. И все, и забуксовался. Забуксовался, ребят, по скорости. Где там, черт подери, финиш-то, а? Опять! Ну, он, по-моему, здесь рядом, да. Фух. Первое место. Прекрасно. Ну что, кубок шахты. Думаю, попробовать на баге. Выскочка, снегоход. Ну вы издеваетесь, что ли? Оу! Потише, так. Да, у нас баги очень много стоит всяких ускорений. Там от монетного ускорителя плюс нитро. Поэтому она себя здесь дерзко ведет. В плане того, что очень высоко подпрыгивает. И, ну, можно, ребята, расколоться в неподходящий момент, как грецкий орех. Но пока, благо, нам везет. И все идет как надо. Так, это, если не ошибаюсь, спуски, да? Нет. Это не спуски. Я думал, что мы будем спускаться вниз. Но тут нормально. Как здесь можно на выскочке, ребята, ездить, я ума не приложу. Она же без крыши. То есть один неверный прыжок. Ну, как по мне, и все, и до свидания. Аля улю. Сиди, я сам открою, называется. Допустим. Допустим, мы сделали так. Так, мы сюда залетим, залетим. Слушай, довольно легко здесь почему-то получилось проехать для баки. Но, видимо, такой уровень противников у нас здесь был. Вот мистический кубок. Нафиг, нафиг. Тут только раллийное авто. Ну, во-первых, я к нему уже привык. На фуре. Аккуратненько он ехал, ребята. Очень аккуратненько. Ну да ладно, мы сейчас посмотрим, у нас вторая гонка будет. Или третья, я уже не помню, где там с водоемом, где надо будет нырять. Вот там я гляну его, конечно. Смотри, маслкар. Да куда ты там врубаешь свои турбины? Нафиг он вообще их сюда взял? Я ума не приложу. Масл карда на турбинах. Ну, как по мне, это немножко глупо. Ну, во-первых, трасса неподходящая. А вот здесь, ребята, аккуратненько надо. Сразу видно, где, ребят, новички, а где уже, ну, такие серьезные ребята едут. Потому что по уровню знания трассы я пока на одно очко, ребята, выигрываю
фуру на один балл. Что-то мне подсказывает. Слушай, ну он же пропустил, да, горючее? Он пропустил, ребята, горючее. Вот почему он там начал немножко менжеваться. Именно из-за этого. Он думал, что ему не хватит. Ха. Форсаж, форсаж, да еще и на буран. Зачем? Первый снег. Я не знаю, если, например, буран бы был бы очень хорошо прокачанный, очень, ребят, хорошо, я имею в виду по максималке это, он бы здесь вот на снегах бы делал бы офигенные показатели бы или нет? Вот вопрос такой интересует меня просто. Маслкарт с крыльями и с магнитным ускорителем. Причем там два было маслкара, как ты успел, наверное, увидеть. У меня все реже и реже начинает срабатывать мое ускорение. Если ставить крылья, но... Ну тут из-за крыльев только. Оно срабатывает очень редко. Оно вообще стоит у меня? Я его даже не вижу, ребят. Чтобы оно, по-моему, стоит. Нет, стоит. Он сзади, видишь, выхлопная труба. Вот она сейчас дала в данный момент мне ускорение. Но она очень редко срабатывает. В последнее время, я имею в виду. Хм, ну тут хорошо так пролетел. Прям как ласточка над гнездом кукушки. Ляпнул, что же. Ласточка над гнездом кукушки. Ура, я на втором месте в КС. Матвей. Хорошо. Блин, кубок полуночи. И все едят на таких машинах, на которых, естественно, есть крыша, да? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот такой подставы я, конечно, давно не помню. Да заезжай ты, господи, я на четвертом месте, ребят, ну. У чувачка что-то не получилось, что-то не сработало. Третьим я приехал. Пакостный этот, конечно, ночной кубок. Очень пакостный, очень коварный трасса, ребят. Вот куда вот еду, фиг его знает, куда там приземлишь сейчас. Ёпарасоте, ну как так-то, ну рейчик. Ё-моё. Да я бы не подумал бы, да, что мы там с тобой можем голову разбить. Как ты так уверенно ехал? Вот этот, который, по-моему, третьим ехал. Он знал, чего ожидать. До свидания, парень. Разбился, интересно, или нет? Опа. А чувачок-то встрял. Не-не-не, уже поздно тебе, парень. Пятое место. То есть, получается, второе. Второе законное место я занял. Туннели. Ну что ж, раз туннели, давай еще разок попробуем прокатиться на багги. Ну, тут вертушка. Они что, издеваются, что ли? Как только я багги взял, мне сразу поставили соперников с багги. Как это он так? Он вроде подлетел. Странно, какие-то вещи творятся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это же... Да-да-да-да-да, багги одно, по-моему, разбилось. Улетело вниз. Ну, может быть, не разбилось, но оно улетело вниз, это однозначно.
И мы с тобой занимаем первое место. Крутыши, что я могу сказать. Мне непонятно было, как вертушка подлетела, и при этом, при всем, она меня это, еще и обогнать умудрилась. Нафиг я вот это начал делать. Хотя тут почему-то все спасовали. Так, подожди. Тут надо вот сюда, ребят, заныривать. Ну, ага. Вертушечка-то попала. Размазался хмырь болотный. Да так ему и надо. Ни грамульки не жалко. Просто не грамулечки. Но то, что удивительно, мне поставили в команду с Багги вместе. Да давай ты, господи, ну. Да там в луне стоишь, там три. Ну какого лешего-то? Пипец какой-то. Пипец просто, ребята. Да. Как он умудрился перепрыгнуть, я не пойму. У меня не получилось. Ну что, кубок Хилл Климп. Я не помню, что это за кубок. Но я надеюсь, что это будет деревня. Так, маслкары, фуры. Хорошая команда, блин. А, еще и байкер с нитро. Я вообще не знаю, на, если на байк ставить нитро, это же... Тут и так как бы, ну, боишься лишний раз что-то сделать, а тут еще и с нитро. То есть понимаешь, да? Насколько увеличиваются риски разбиться и вообще. Нормально. Проехали просто круто. Столичный кубок. Ну что, насколько помню, это город. Может быть, попробовать на маслкаре проехаться. Опять же байк, блин. Не надо залетать туда, пожалуйста. Байкер вот здесь должен... Да здесь, в принципе, и мне-то опасно ехать, когда... вот такие вот узкие тоннели. Потому что, ну, разбиться пару секунд нету на нашем маслкаре, так скажем, защиты. Именно арматуры, поэтому... Давай. Поэтому крыша — это самое наше слабое место. Поехали. Давай. Потихонечку. Да байкер, отвали ты нафиг от меня, а? Нет, ребята, он от меня отвалил. Оу. Да куда ты, ну зачем тебе? На, все. Фуру обогнали. Только ли? Первое место. Фуру обогнали, потому что он там что-то споткнулся. Я так и не помню, что произошло с ним. Но он потерял преимущество. Брать мне лихача или мне на ролике ехать? Давай попробуем на лихача прокатиться. Черт подери. Да неужели в коем-то веке, блин, в коем-то веке, ребята, мы с вами не разбились. Мы обычно на этом... Что такое? Что за подтормаживание-то?
Да ну нафиг. Фу. Мы обычно, когда врезаемся в черепа на нашей ХХР-ке, мы всегда переворачиваемся. Здесь нам, ну ты сам видел, нам повезло. Да. Тихо. Так, я что-то... Вот почему на некоторых машинах вот такого нету, чтобы он перевернулся или уп... Да встань ты на колеса, господи! Почему он у меня, когда на пригорок какой-то встал, все, забуксовался, бедолага. Вот, смотри, ну забуксовывается и все. По-моему, я один пшик потратил. И горючки не взял. А бензина-то, ребят, смотри, сколько. Успел. Да иди ты! Да ну нафиг. Вот это да. Я думал, что успею все-таки доехать. Ага, а он взял и разбился, ребят. Водитель разбился, прям так и написали. Песок в купальнике, но я думаю, что здесь можно, в принципе, поездить и на лихаче. Да ты издеваешься просто, что ли? Я не могу понять. Прям вот задевает именно, ну, там чуть-чуть остается, и он... Ой-ой-ой. Фью. Может быть, крылья... Не знаю, ребят. Спасли бы меня в этой ситуации. Он и так подлетает очень высоко. Если мы ему еще и крылья поставим, ну, ты сам понимаешь, что это будет. Это будет вечно летающая машина, которая фиг когда приземлится. Так, грубо назовем это. То, что она... Ну что такое-то, ну? Есть. Первое место здесь успел взять. Сложно до чертиков, ребят. Именно на ней здесь ездить. Ну вот опять горючее пропустил. Да заезжай ты... чудо просто какое-то, ребята, было сейчас. Она притянула горючее. А у нас магнит там стоит, что ли, на тачке, или не стоит? Оу, кубок путешествий. Магнит стоит, да, я за счет магнита притянул. Кубок путешествий, но... Я не помню, кубок... Ну, давай попробуем, вот. Ох, опять не ту машину взял, по ходу дела. Не для этих гонок, ребят. Ну почему ты такая, блин, нескоростная? Я не могу никак врубиться. Ты больше времени тратишь в воздухе. Еще и профукали с горючим. Хорошо, ладно. Здесь мы... уступили первое место, ребят. Как тебя мотыляет, а? Ну, давай, бери. Полетели. Здесь не уступили. Хотя он очень сильно хотел. Это у нас город, насколько я помню, в городе. Видишь, мы еще без идеального, ребята, начинаем стартовать. Офигеть, я столько летел в воздухе для того, чтобы...
Да ты тупишь, блин. Ну все, понятно, короче. Первый все равно, ребят. Но он так машина тупить стала. Ё-моё, что-то переворачиваться. Нафиг-то надо делать. Грязные ралли. Давай попробуем на баге здесь. А не погорячился ли я на баге-то? Да я-то ладно, он там вообще есть. На байке. Даже не на байке, а... на драндулете каком-то. Нет, тут нормально. Четыре гонки. Четыре гонки здесь будет. Тут, по-моему, больше трех никогда не было. Вон, видишь, на этом едет. Как его назвать-то? Тут еще и ККМ-ка. Да ладно, я ему проиграл. Вот этому чепушили. Ну давай посмотрим здесь. Он там на подъемах что-то буксует. У него, видимо, плохо прокачан подвески. Он в подъеме, ребят, не смог меня обогнать. Его даже ККМ-ки сделали, прикинь. Даже они его тут порвали, так можно сказать. Так, сейчас посмотрим. У меня преимущество то, что у меня монетный ускоритель. Он дает мне, ну, хороший такой буст. Да, за счет хорошего буста, ребята, здесь мы как раз-то и выиграли. Кубок претендентов. Ну, насколько я помню, это разносол идет. Это получается у нас, ну, три разные трассы. И опять же, друзья мои, здесь баги. Вот, тихо. Есть, нормально. Тут и баги, и спорткар. Смотри, ты видел? Вот объясни мне, за счет чего он там начал ускоряться? У него ничего не было, ребят. То есть ни монет, ничего не было такого, чтобы могло ему как-то ускорение дать. Турбины я тоже у него не вижу. Так что тут что-то заливает, по ходу дела, и по-черному. Да сфига ли моя машина-то стала сейчас буксоваться-то? Есть. Фью. Вырвал. Опять же, ребята, то, что магнитный этот магнит у нас есть. И, ну, за счет того притянул наш, как говорится, горючее. Дерек. Напряженный момент был. Просто напряженный. Так, да, ребят, скоро будет босс у нас. Горные мосты. Горные мосты, горные лаванды. Я, наверное, поеду опять же на баге. А кто-то даже не поскупился, ребят, на экскаваторе здесь поехать. Но это их сугубо личное дело. Чё? Ты серьезно? Да ну, я не поверю, чтобы экскаватор тут все три трассы выиграл. Ну вот хоть убей, ребят. Зачем ты это делаешь, Рэй? Зачем вот так вот дуркуешь? Как формула-то тут еще? Я не понимаю. Уйди отсюда. Как формула-то там проехала? Она вообще, ребята, у него даже крыши нету. А, нет, есть у него крыша. Но у него там уже не было. Он, видимо, ее потерял.
Да что такое-то? По-моему, там, ребят, половина команды сдулась. Вам так не показалось? Да нет, приехали. Как не странно, блин. Ну что, когда там босс-то будет у нас? 3000 монет. О! Твою налево, еще и трассу-то взяли. Приступайте к развлечениям. Ну что, друзья мои, оба на раллийных автошках. Ну вот не кажется тебе, что она вот по приори уже быстрее меня, блин? Че он там пшикает? Что у него там срабатывает? Что это вообще за зеленая фигня, которая висит у него? Я не могу понять. Объясни мне, пожалуйста, на милость. Что за приблуду, которую он себе повесил? Вот эту вот зеленую. Я такой штуки ни разу не видел. Я смотрю на эту фигню, блин, начинаю, ребят, тупить уже по-черному. Смотри, здесь мне... Фига ты там финты накручиваешь. Ты видел? Перед финишем он начал выпендриваться просто, ребят, передо мной. Не надо так! Ну вот, ребят, вот. Вот из-за вот этого выпендрежа. Угу. Я не знаю, что он такое, ребята. У него похоже на нитро, но это... Может быть, так нитро у него выглядит. Может, я не знаю, что это такое. Я сейчас посмотрю. Опа. Зарядка при предельном запуске избытка топлива активировать кнопкой. А давно ли такая штука появилась у нас в игре? Вот тебе на. Ха. Вот оно что значит, да? Тут я и думаю, что за новая ерундовина? Почему они тут гоняют как сумасшедшие? А вот оно что. Запускается кнопкой. Я так понимаю, она сама активируется, когда тебе нужно. Да фиг ли тут одна гонка из трех выиграна против лихача здесь в пустыне. Не знаю, ребят, что нужно сделать, чтобы выиграть тут. Но у него нет монет на ускорителе, да? Да ну нафиг, ты что, издеваешься, что ли, блин? Там буквально, ребята, доли секунды не хватило мне. Доли секунды, чтобы его наказать. И он еще и на горючее, да, приземлился? Да пошел ты, знаешь, куда, блин. Он просто в воздухе, ребята, меня сделал. Достал он уже. Ну, давай в шахтах посмотрим. Маслкар, да, взял? Заметь, у него маслкар оснащен практически как у меня. Но опять же, я ему... А, у него идеальное приземление, ребята, активированное. То есть идеальное приземление дает ему, ну, буст, скажем так. У меня вместо этого колеса стоят. Насколько я помню. Да отвали ты от меня, а. Но здесь я его сделал. Так, давай.
Последняя гонка должна зарешать. Опять же. Ну почему ты сволочь, блин, ты уж... Ой, вниз что ли? Есть. Да, ребят. Тут у нас получилось великолепно. Ну что же, вот и наши, друзья мои, 20 тысяч кубков. О, привет, привет, Павел, Матвей. Так, ну что, у нас гонки. Поехали. А гонки все те же, что ли, да? Нет, не те же, ребят, что-то поменялось. Артур. Как меня бесит, когда эта машина начинает переворачиваться, а? Ну не могу я прям, ну... Она хуже так едет. Вниз головой. На порядок, ребята, хуже. Да, конечно, как же тут без... Как же тут без пещер? Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это... Просто пипец полный. На попрыгухах там попрыгал. 12-е место. Артур первое. Господи, как ты долго в воздухе находишься, ну серьезно. Тьф, вообще, хуже плинтуса проехал. Интересно, как можно проехать хуже плинтуса, а, ребят? Че он там, на чем едет, я не пойму, блин. Твою налево. Мотоцикл в защите. Да что с тачки-то, блин? Ну да, мотоцикл с защитой. Че с машиной-то с этой? Еле едет, блин. Дерьмо какое-то. Да конечно, блин, ну как всегда, ребята. Пошел ты. Да куда ты взял-то еще? Нашел, что взять-то, Рэй, ну? Трахому эту выбрал. Да понятно, конечно, куда тут? Какой тут, блин? Даже с места не двинулся. Да, да. Ладно, ребят, давайте на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.